Так, ну и вот наш голый торс. А, дракон... А, я вспомнил про какого. Ты про этого... Как это его забыл? Бля, дракон. Как этот дракон в первой части назывался, которому вниз прыгаешь? Ай, блядь. Анус. В Dark Souls в третьем тоже у каждого оружия есть специфические спецудары. Это, кстати, было, по-моему, бля, какая красота. Не, ну все-таки ебаться в крендель, блядь. Красиво. Или это меня сразу игра решила к боссу отправить какому-то, да? Какая-то, знаете, подозрительная площадочка тут. Непонятную, несусветную, которую, ну, ты не... Оба-на. Ну, ёб твою за ногу. Ну, конечно, блядь, конечно, да, давайте, блядь. Ну давай, хорошо, блядь, а я, значит, у нас на перекатах. Так, хорошо, у тебя такая атака есть, на тебе по роже. Бля, я так, видимо, долго буду бить. Так, и такая-то атака есть. Бля, у него, блядь, сколько? Ага, вовремя. Так, стамина у меня, кстати, немного. Что за паук какой-то непонятный? Бля, ну ты... Бля, почему? Ну, в принципе. Ну, в принципе, поиграли, блядь! Так, как нам взять себе две руки? О, прыжок. Даже на месте можно прыгать. Бля, такого раньше не было. Сука, как забавно. Вот, блядь, как этого не хватало раньше в соусах? Просто прыжка, блядь. А не блядского прыжка с разгона. Ты такой, хуяк! 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 Пиздец. После гибели вы воскреснете в том месте благодати, где отдыхали последний раз. Это примерно вблизи к Элина Марике. Вы можете возродиться и там. То есть это... А, как-то тут надо... Типа, все, если я... А-а-а! То есть, блядь, то есть, по сути, сейчас тут будет, типа, босс. И если я сдохну, то мне не надо будет, как раньше, пиздячить хуй знает откуда, да? Вы это, блядь, хотите сказать? То есть так вот, это серьезно? Это так, подождите, ну здесь же босс будет, точно, да? Ну стопудово же босс будет. Я же гарантирую, блядь, что сейчас стопудово будет. Он в локации прям, ну, солдат Годрика, пожалуйста. Получи, распишись. Бля, не, ну это, сука, казуально. Это уже, сука, блядь, а как я страдал в первом Dark Souls, когда ты, блядь, вздыхаешь... Где-нибудь в ебенях, нахуй. И тебе, чтобы добраться до какой-нибудь паучихи, придется, блядь, пиздрячить через все болото. Shift сразу после блокировки атаки. Контратака после блока. Ну извините, блядь, у меня нету щита, чтобы блочить, блядь. У меня, блядь, нету, что блочить, поэтому, извините. У меня, блядь, к сожалению, нету. Изи, даже, блядь, урона не получил. Но это вообще простой был. Хорошая награда так-то. Ну да, я заметил так. Так-то неплохая. Как там у нас, блядь, делаются эти эмоции? Я забыл даже. Ух ты, ёб твою мать, а что я это открыл? Тут карта есть? Да вы охуели, блядь? Это что за казуальщина, блядь? То есть мне игра показывает, где я? Костры, я так понимаю, показывает. Вы чё, охуели, блядь? Ну, типа, открытый мир. А чё ты, блядь, Маркет раньше их нихуя не останавливало, блядь, не делать карты? То есть они вообще такие, типа... Что? Карты? Мы вообще-то три части делали без карт, типа, ну, все нормально было, люди играли, заебись. Ты помнишь, блядь, как в первой части ходили? Там запоминали каждый поворот, чтобы, блядь, ну, вспомнить, где ты вообще находишься. Потому что вот, как вот, я, как помню, в первой части карта самая, блядь, охуенно была сделана. Она была вся такая сложно собрана, там ты из одной локации попадал в другую, там через какие-то двери, блядь, башни, нахуй, через леса, подворотни. А тут хуяк? Карта. К приколисту на коне пока не иди, ваншот. Приколисту на коне? Ты имеешь в виду вон тому приколисту? Ну как мы, блядь, можем к нему не сходить, если так, если такое говорят, блядь? Иди сюда. Чувак.
сука! Допиздил, блядь, ублюдок нахуй ебучий. Ладно, я понял. Очень мало урона мы ему нанесли. Нет смысла. Пока что я вижу прям, ну, типичную Dark Souls-овскую механику. Вот как в трех частях было, так вот и есть. Здрасте. Еще один, блядь. Как бы я могу сходить, блядь, но что-то мне подозрения смутные. Что я со своим голым торсом ни хрена ему не сделаю. Какой-то слишком подозрительный большой... Ло, хотя ладно, похуй, блядь. Чем мы, блядь, впервые, что ли? Иди сюда, псина. Бля, можно было пиздить, пока он стоял. Это ты, блядь, лицо закрывал от моих ударов? Умник, блядь. Каким хуем, блядь, я бы по тебе ударил? Объясни мне. И раздавил, блядь. Заебись. Ничего, блядь, мы тебя сейчас отпыздим. Угу, я понял. Когда он заряжает эту херню, надо быть подальше. Чё-то он там заряжает. Чё-то он, блядь, тут очень сильно заряжает, блядь. Бегает, нахуй, как полоумный. Блядь, не видно нихуя, блядь. Только яйца его крутятся перед мордой. Сука, блядь! Да пошёл ты в жопу, блядь! Так, чуть-чуть осталось. Главное не жадничать. Не жадничать, Павлик, не жадничать! Уворачиваться! Еще увернуть! Еще ворот! И по яйцам, и по коленке! Да нахуй! Обычно в пещерах куча скелетов и пидорасы, которые катаются. Можно, ненадолго. Сука! 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 Как же я, блядь, обожаю их. Ты ж подумай, блядь. Как иначе, блядь? Что, блядь, могло пойти не так? Ты ж, блядь, Павлик, пошел в катакомбы. Сука, пырь! Сдохни, жаба, блядь, ебучая. Что же, блядь, могло пойти не так? Конечно, блядь, мы пошли в катакомбы. Конечно, мы получим здесь пиздов. Но раз это типа да, значит, скорее всего, меня... Блядь! Значит, в конце меня ожидает... Сука, а ты откуда, блядь, взялся? Я понял. Я понял. Готов все, сейчас будет, блядь, что-то интересное. Что-то не станется. Хотя вроде удар, по идее, тут. Ох ты, скотина, блядская кошка. Ты ж подумай. Ты ж только подумай. Да сдох я, сдох, не бей ты им больше. А, я понял, да-да-да. Атака противная. Господи, блядь, это кто же, блядь, придумал такого босса, блядь? Горячая киска, блядь. Сука, блять. Тролль ты ебучий. Да, подходит. Это что за магия, блять? Блять, что за новые атаки, блять, появились тут? Ты что, ты, блять, на ходу придумываешь или что? Я только что, блять, 4 раза сдох от тебя, блять. У тебя все нормально было. Ну что началось-то, блять? Ну конечно, блять, ты попал. И второй раз ты попал, блядь, конечно, конечно, да, лупи меня, блядь, скотина, лупи меня полностью.
конечно, блядь. И насади меня, блядь, на пику свою. Я хорошо, хоть я научился от этой. На нахуй, блядь, вот сейчас было обидно бы сдохнуть. Фу. Прах высокородного чародея. Какая-то новая магия. Что-то гудит. Ого. Стой! Какой-то жук-говноед. Ой, скоробей слез, блядь. Жук-говноед, блядь. Собаки ничем не изменились. Блядь. Но то, что они говно, блядь, как были, так и есть, это да, это несомненно. Зверочеловек. С двумя, конечно, такое себе идти, но... Блядь, опасный. Ладно, я тоже так умею. Давай ко мне, нахуй, подходи, блядь. Я понял. Много атак. То есть... А, еще хилиться мне давать не будешь, но скотина, блядь. Ты прям как... Ой, блядь, забыл, как в первой части называли этого ублюдка, который хилиться не давал постоянно в DLC. Ай... Арториас, о, блядь. Арториас, скотина редкостная. Арториас, редкостная мразь. Хилиться не давал. Чё-то, блядь, я начинаю так ностальгировать по старым частям Dark Souls. Вот мне прям его мувсет очень сильно напоминает. Что Арториаса, что блядского безымянного короля. Вот прям вот один в один, блядь, бегают, прыгают. Блядь, блядские черепашки-ниндзя, да. И, конечно же, четвертый удар, блядь, скотина. Они... Это вот у меня, и меня очень сильно бесил этим безымянный король. Когда его мувсет очень сложно просчитать. Потому что он делает то два удара, то три, то четыре, блядь. И постоянно разные. Никак не просчитать его мувсет. То же самое здесь творится. Два, три. Ой, блядь, не успел. Так, пока он еще не... Так. Так, не жадничать, Павлик. Самое главное не жадничать. В боссах самое главное... 3, 4, прыжок. Удар. По щам, блядь. Нахуй. Талисман огненного дракона. Щит дали какой-то. Неплохо. Мы теперь со щитом. Наливай, куме, горелки, стаканчик. Бегаем по полю, весело, кабанчик. Кого вызываешь там? О, блядь, призвал нахуй, блядь, ораву. Все ясно. Я понял, отъебитесь, блядь, от меня, не трогайте. Я понял, что у вас целая гора, блядь, пацанов нахуй. И вы все хотите меня поиметь. Давайте, вставайте хотя бы какую-то очередь, блядь, ну, маломальскую. Тут как бы один этот парень только что стоит. На пику меня свою насадил. Дима там-то не говори, целая армия прибежала, потому что какой-то мудила, блин, позвал своих. Ебать, какая тянка. Одноглазый причем. I offer you an accord. Предложение? Детей не делаю, я замужем. Фут! Я женат, блядь. Замужем, да. Спалился. Нихуя не понял, блядь. Но тут же кто-то говорит. В смысле, блядь? Не вижу. Я в глаза долблюсь, блядь, или что, нахуй? Блядь, не попал. Блядь, и лошадь меня добила, нахуй.
как унизительно умереть от копыт лошади. Даже не от противника, просто, блядь, от копыт лошади сдохнуть. Как говорится, скопытился. Он мне... Второй раз, блядь, скопытился от копыт. Это чё, блядь? Это чё, блядь? Спасибо. Ну, заебись, блядь. Пришёл, нахуй. Я тебя звал, блядь. Отъебись от меня, нахуй. Уйди, блядь, не лезь ко мне, блядь. Опять начал топать. Так, одна тычка осталась. Мне одна тычка, ему одна тычка. Кто первую тычку сделает? Я первую тычку сделал. Блядь! Готов нахуй. Обожаю, блядь, гигантов. Паша, бей его по яйцам. Я только это и делаю, блядь, всю игру. Только по яйцам его и луплю. Что? В смысле? Аху... Ли, он там забыл, блядь. Я ж его только что от... Ах ты, сука. Ебать наебалово. Вот распиздя ебучий. А это чё, блядь, как это так, блядь? А как мне, блядь? Я думал, блядь, добегу нахуй, пацан. Это чё, блядь, мне надо... Пошел ты в жопу, блядь. На этом, я думаю, мы закончим, ребят. Всем спасибо, кто был на стриме. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы по Elden Ring. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.